Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать вечную свечу для аварийного освещения из светодиода без паяльника. Этот вариант надежный, прочный, легко разбирается, есть возможность заменить батарейки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить новые видео. Для этого нам понадобится такой держатель батареек. Еще его называют холдером, боксом, ну, или коробочкой. Стоимость такого устройства $1. Он рассчитан на две пальчиковые батарейки. Они еще обозначаются двумя буквами А. Вставляем две батарейки. Лучше использовать алкалайновые, они прослужат дольше. В качестве источника света используем светодиод. Он рассчитан на напряжение 3 вольта, так как каждая батарейка дает 1,5 вольта, всего 3. При выборе светодиода, кроме напряжения, обратите внимание на яркость и угол свечения. Я использую светодиод с минимальной яркостью и максимальным углом освещения 120 градусов. Для аварийного освещения маленького помещения, такого как туалет, ванна, не нужен яркий свет. В то же время неяркий светодиод дольше прослужит. Благодаря большому углу свечения свет распространяется равномерно по всему помещению. Для соединения батареек и светодиода используем такие клеммы. Они продаются в любом строительном магазине и стоят совсем недорого. Отламываем две штуки кручением. Если не получается отломать, отрежьте ножом. Теперь нужно зачистить провода. Сделаем это с помощью ножниц. Ножницы. Они не должны быть очень острые. И аккуратно по кругу подрезаем изоляцию. Теперь второй контакт. Перестарался. Сильно не давим. Все. Теперь берем, откручиваем винтики в клемме. Они будут держать наши провода. И вставляем с одной стороны провода. И зажимаем винтики. Так, один провод есть. Второй есть. Теперь нам нужно закрепить на холдере. Для этого используем двухсторонний скотч. Отрезаем небольшой кусочек, клеим. Все, клемма держится. С другой стороны прикручиваем светодиод. Разжимаем ножки немного. Он уже светится. И закручиваем.
Все это диод горит, но не спешите закрывать видео. Есть один нюанс. У светодиода одна ножка длиннее, вторая короче. То, что длиннее, нужно подключить к плюсу, а короткую к минусу. Если сделать наоборот, он светиться не будет. В данном случае плюс у нас это красный провод. Подключаем обязательно длинную ножку, подключаем к красному проводу. Надеюсь, мое видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Если кто-то хочет поддержать мой канал материально, номер карты в описании.